Меньше слов, больше дел. Такого принципа в своей работе будет придерживаться новый состав молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы. С будущими политиками пообщался Григорий Ворванин. На первое заседание молодые парламентарии пришли в полном составе. Предстояло выбрать председателя. Им по единогласному решению стал Ашот Маргарян. Во время предыдущего созыва он занимал пост заместителя. Говорит, теперь работы прибавится, ведь придется отвечать за все и за всех. Естественно, тяжесть выросла. А заместитель, председатель, он налаживает внутреннюю структуру. То есть деятельность, на самом деле, у заместителя иногда бывает даже больше, чем у председателя. Вот. Но организовывать все-таки это, скажем, время председателя, поэтому, естественно, будет плодотворнее работа, надеюсь. Состав молодежного парламента обновился на 50%. Среди тех, кто делает первые шаги в политике, Илья Яровенко. К парламентариям присоединился по зову сердца. Для продвижения своих идей и предложений решил, что войдет в состав сразу двух комиссий – по спорту и волонтерству. Помощь людям и волонтерство, думаю, буду развивать эту тему. Будем работать, будем думать, посмотрим в дальнейшем. Поддержать начинающих политиков пришли их старшие коллеги. В первую очередь они посоветовали не ограничиваться только молодежным парламентом, а двигаться вперед в большую политику. Социальный лифт никто не отменял. Ребята должны двигаться, должны осваивать новые рубежи, чувствовать новую ответственность. Это всегда полезно и правильно. Также на заседании избраны заместитель председателя и руководители комиссии. В следующий раз молодые парламентарии соберутся в начале марта. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.